море, оно знает обо мне очень много. Ведь во времена, когда мне было тяжело, я делился с морем своими мечтами, желаниями, разочарованиями. Со дна океана на метро в небеса. Моя миссия – доносить до людей те вещи, про которые они частенько забывают. В мире, в котором и без того все ярко, контрастно, перенасыщено, лживо, фальшиво и так далее, я хочу быть просто настоящим, просто живым, просто жить. Завершением какой-то истории следует всегда новая история.